Меня зовут Людмила, и вы на канале «Калининград в мелочах». Напишите мне, Людмила, опять-таки со своими стройками, квартирами. Да, по-другому я не могу, потому что я риэлтор и работаю непосредственно с недвижимостью. И сегодня я приехала в очень интересный, красивый жилой комплекс, который расположен в центральном районе города Калининграда. Для ориентира здесь улица Борзова, улица Ломоносова. Вот жилой комплекс находится за моей спиной. Сегодня мы с вами пройдем вовнутрь, посмотрим. Я вас познакомлю с квартирами. Квартиры там продаются 1-, 2- и 3-комнатные. Очень красивые подъезды. Такие красивые, добротные ремонты в подъездах. Мне очень нравятся. В квартирах хорошие планировки. И хочу заметить, что этот 4-этажный дом с лифтом, то есть это дом комфорт-класса. Сейчас вы увидите все мои морщинки, но разговор пойдет не о них, а о солнышке, которое светит. Такое прекрасное, теплое солнце, оно прям весеннее и пахнет в воздухе тоже уже весной. Совсем-совсем скоро наступит красавица весна, и город наш преобразиться. Так, я захожу во двор. Обратите внимание, у нас снова снег. Сегодня 8 февраля. Ночью было минус 3 градуса. Ну, это снежок так, на несколько часов. Дальше уже опять плюсовая температура будет и днем, и ночью. Вот такой вот красивый двор. Во дворе будет как детская, так и спортивная площадка. Напомню, что дом строится в 2 этапа и сдается тоже в 2. Сегодня посмотрим с вами сданную часть комплекса. Красивые стильные фасады. Фасады комбинированные. Очень хороший, надежный застройщик. Строят качественно, сдают вовремя, иногда даже раньше срока. Рабочие работают. Небольшой закрытый двор, в котором будут как детские, так и спортивные площадки. Ведутся работы по благоустройству придомовой территории. На сегодняшний день первый этап сдан. Это вот эта часть стройки. И к осени сдастся второй этап. В этом жилом комплексе очень красивые подъезды, красивые стили. Сейчас мы с вами зайдем, я вам все покажу. Вот видите домофон с видеонаблюдением. Конечно же, лифты еще все в пленке, пока они еще не работают. Прошу обратить ваше внимание, что лифты идут с 0-го этажа, с уровня земли. У кого детки или, возможно, для инвалидов-колясочников, это будет очень удобно. Давайте поднимемся на этаж, посмотрим квартиры. Давайте поднимемся повыше сразу. Подняться на этаж повыше, чтобы показать вам вид из окон. Давайте поднимемся на 3-й этаж. Итак, мы поднялись с вами на 3-й этаж. Очень красивые стильные подъезды.
На площадке всего лишь по 3 квартиры. Давайте зайдем, одну из них я вам покажу. Сейчас мы с вами посмотрим двухкомнатную квартиру с большой кухней-гостиной. К сожалению, планировок у меня под рукой нет. За более подробной информацией, кому понравился этот жилой комплекс, обращайтесь, я планировки предоставлю, все предоставлю. Вот такая вот у нас прихожая, прихожая правильной формы. Здесь очень широкое такое место под встроенный шкаф-купе. Получается входная дверь, кухня-гостиная и одна комната. Давайте пройдем в кухню-гостиную. Очень большая, конечно, просторная здесь кухня. Мне очень нравятся такие решения, потому что здесь очень удобно и интересно. Можно зонировать кухню-гостиную. Вот здесь можно расположить рабочую зону, зону готовки. А здесь уже на ваше усмотрение. Видите, как бы ниша такая сделана. И вот эта вот вся площадь, она свободная. И диван можно поставить, и обеденный стол. В кухне-гостиной данной квартиры 2 окна. Вид во двор. Квартира с автономным газовым отоплением. Застройщик устанавливает двухконтурный газовый котел. Вся разводка сделана. При покупке квартиры у вас уже газ заведен, все заведено, свет сделан, водопровод. То есть котел включите, и уже квартира будет отапливаться. Вот вторая комната. Большая прям двухкомнатная квартира с двумя санузлами. Так, свет. Вот в санузле у нас есть свет. Вот большая ванна. Ванная комната. А здесь у нас второй санузел, тоже, кстати, большой. Здесь лампочка не работает. Один санузел можно использовать как прачечную или как гардеробную. Все на усмотрение покупателей. И вторая комната с видом на улицу Ломоносова. Окна здесь, остекление у нас панорамное. Также застекленная лоджия. Квартиры все просушивают. Давайте покажу вам вид из окна. Вот у нас улица Ломоносова. Здесь протекает небольшая речка. Название у нее «Голубая». Рядом есть частный сектор, вот магазин шаговой доступности. Ну вот, в принципе, двухкомнатную квартиру мы с вами посмотрели. Площадь ее около 70 квадратных метров. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь по телефону, который я указываю в описании под роликом. Давайте пройдем в другую квартиру на этом же этаже. Сейчас хочу показать вам трехкомнатную квартиру. Квартира распашонка, окна на обе стороны. Такой хороший, просторный
коридор. Начнем с вами смотреть квартиру справа налево. По ходу и так. Перед нами кухня-гостиная прямоугольной формы. Напомню, что на четвертом этаже высота потолков 2,9 метра. Здесь сделан такой небольшой французский балкончик. На него можно выходить. Красиво на таких балкончиках можно высадить цветы. Остекление панорамное, этаж четвертый. Здесь в этой квартире много света. Пройдем с вами в гостиную комнату. Так, здесь у нас два санузла. Таких вот средних размеров гостиная комната. Может, кому-то будет интересно сделать вход из кухни в гостиную. Будет у вас большая комната. Вот то, о чем я говорила. В этой квартире очень много света. Так, вот у нас санузлы. Лампочка не работает. Это небольшой гостевой санузел. А вот здесь работает. И большой хозяйский. Застройщик уже сделал принудительную вытяжку, то есть стоит вентилятор. Так, давайте еще пройдем в одну комнату. Вид из окна на улицу Ломоносова. А это ваша застекленная лоджия. И вид здесь такой приятный, симпатичный, на частный сектор. Летом будет очень красиво. Будет очень много зелени. Ну и осталось у нас третья комната. Кстати, о прихожке. Смотрите, прихожая, распределитель очень удобная, тоже правильной формы, прямоугольной. Широкая есть стенка для встроенного шкафа-купе. Пожалуйста, можете заказать по своим размерам, по своему желанию шкаф. Вот эта комната тоже мне очень нравится. Здесь прям сделана ниша для одежды. Тоже можно сделать двери купе, и будет у вас шкаф. Вот такая небольшая комната. Небольшая спальня. С панорамным остеклением и выходом на застекленную лоджию. Лоджия вот так вот застеклена углом. Немножечко расскажу вам о ценах на квартиры в этом жилом комплексе. Сейчас я здесь сделала небольшую выписку. Однокомнатные квартиры от 34 квадратных метров до 50. И стоимость их от 4700 до 4500 миллионов рублей. Двухкомнатные квартиры от 53 квадратных метров до 76. И стоимость их от 6800 до 9300 миллионов рублей. И трехкомнатные квартиры от 75 квадратных метров до 83, и стоимость их от 9 миллионов 100 тысяч рублей до 10 миллионов
560 тысяч рублей. Возможно, кого-то заинтересует этот жилой комплекс, кому-то понравились квартиры, пожалуйста, обращайтесь ко мне за более подробной информацией. Телефончик я свой оставлю и вот здесь вот, и, как всегда, в описании под роликом. И еще очень важный момент. Я снимаю очень много роликов, да, по новостройкам. И сразу говорю, что цены я озвучиваю на момент выхода ролика. Потому что люди смотрят ролик, который снимала полгода назад, звонят мне и хотят купить квартиру по той цене, которую я озвучивала там полгода назад, там 9 месяцев назад. К сожалению, цены уже будут не актуальные. Звоните за дополнительной информацией, я вам все расскажу, как меняются цены. То есть вся актуальная информация будет по звонку. Вы позвонили, я вам ответила на ваши вопросы. Так что обращайтесь, с удовольствием вам помогу. Так, я пришла в другой подъезд. Хочу вам показать однокомнатную квартиру. Примерную планировку. Подножечки. Так, мы заходим в квартиру. Квартира однокомнатная, попадаем в прихожую. Здесь сделана такая удобная ниша, подстроен шкаф-купе. Направо мы сразу попадаем в санузел. Вот здесь есть лампочка. Санузел достаточно просторный, примерно 4,5-5 квадратных метров. Эта квартира небольшая, она где-то 35 квадратов. Видите, налево у нас идет комната, а прямо мы попадаем на кухню. Кухня где-то 10-11 квадратов. Более подробную информацию я вам дам при личном обращении. У меня нет возможности носить с собой планировки, чтобы считывать площади. Кого заинтересовало, обращайтесь, дам более подробную информацию. И по наличию свободных квартир вас тоже проинформирую. Ну и по ценам, естественно. Такая небольшая кухня. Установлен двухконтурный газовый котел. Газ уже подключен, все заведено. Батареи уже работают. Панорамное остекление. И выход на застекленную лоджию из кухни. Вот такие вот лючки делают некоторые застройщики. Это по технике пожарной безопасности. В некоторых стройках такое предусмотрено. Так, смотрите, вот у нас с лоджией виден небольшой балкончик французский. Там тоже панорамное остекление. И вид из окна у нас на малоэтажную застройку. На частный сектор. Летом, конечно, будет красота. Тихо, спокойно. Ну вот, мы с вами пробежались по очередному жилому комплексу. Показала я вам варианты 1-, 2- и 3-комнатных квартир. Сразу хочу сказать, что планировки как у однушек, у двушек, так и у трешек в этом жилом комплексе они разные. За дополнительной информацией обращайтесь, я вам предложу и другие планировки. Может, кому-то не понравилась кухня, да, форма кухни. В этом жилом комплексе я вам предложу кухню правильной формы, если такие. В общем, за более детальной информацией обращайтесь по телефону. Еще я забыла сказать, что в этом комплексе есть как кладовые помещения на цокольном этаже, так и закрытый паркинг. Давайте с вами пройдем и покажу кладовки. Кладовые от 4 квадратных метров. От 4 до 10 квадратных метров. Может, кому-то понадобится кладовочка, тоже можно ее купить.
Свет включается автоматически. Надеюсь, здесь все работает. Да, вот такие у нас кладовочки. Давайте попробуем в одну зайти. Может, какая-то открыта? Нет, к сожалению, закрыта. Дверь, кстати, металлическая. И пройдем с вами в паркинг. Так, где у нас выход? Вот у нас выход. Хочу показать вам, что в этом жилом комплексе есть подземный паркинг. Вот такой большой, просторный, сухой паркинг. Здесь получается от уровня земли, да, от первого этажа, целых два этажа вниз. Минус первый этаж — это кладовые помещения, минус второй этаж — это подземный паркинг. Так, хочу вам показать, где въезд в подземный паркинг. Вот он получается с лицевой стороны дома. Вот здесь будет задний вход. Здесь паркинг. А вот здесь у нас коммерческие помещения. Скорее всего, здесь будут магазины. Немножко расскажу вам об инфраструктуре. Здесь все достаточно неплохо. Есть поблизости жилым комплексом и школы, и детские садики. Также есть магазины, остановки общественного транспорта. В принципе, все необходимое для комфортного проживания здесь есть. И, дорогие мои гости канала, я вас всех благодарю за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока!